В Заводоуковске прошел чайный фестиваль. Местный центр креативных проектов «Путь мастера» проводит праздник уже во второй раз. Участвуют представители нескольких национальностей. Так, вместе с казахами, татарами, чувашами и русскими о чайных традициях рассказали жители Вьетнама и Таджикистана. Все они студенты Тюменского вуза. Вьетнамцы угощали на фестивале чаем и сладостями из лотоса. Вообще, конечно, шикарный вкус, вот поэтому... Прям очень понравилось. Кто-то кухню представляет. Вот, кстати, казаки наши со своим подворьем тоже вышли впервые. Они у нас в мероприятиях участвовали, но подворье не представляли. Поэтому, а это наши. Удивляли и местные. Так, одно из подворий представило на суд сладкоежек более 30 видов варенья. Есть и те, которые мы привыкли пробовать обыденные в жизни, но есть и необычные. Одно из самых необычных варений – это сливовое варенье с хреном для мужчин. Можно попробовать. Также здесь присутствует, посмотрите, пожалуйста, варенье из тыквы, из ранеток различных, из зеленых помидор варенье присутствует, и из арбузной корки.